Всем добрый день! Сегодня хочу представить вам свои интересные, эксклюзивные, можно сказать, весенние жилеты в разной технике. Первый жилет драповый, пошит из драпового пальто. Внизу горизонтальные полоски, подходящие по цвету. Получается пальто светлое, следующая полосочка темнее, темнее и прямо коричнево-шоколадная. Сейчас померяю. Ссылочки все будут под видео. Мастер-классы такие были, подробные. Заходите, смотрите, шейте. Жилет с павлопосадского платка в технике Синель. Кроме павлопосадского платка и кроме подклада атласного, еще два слоя ткани. Вот такая интересная текстура создается при помощи щеточки. Мастер-класс подробный, пошив совершенно несложный, девочки. А вещь эксклюзивная. Жилет джинсовый пошит в технике Crazy Quilt. Использовала фрагменты павлопосадских платков и джинсы разного цвета. Если у вас нет павлопосадского платка, ничего страшного. Вот это, допустим, не платок. Это тоже не платок. Будете использовать другие ткани с цветочным принтом, и эффект будет не хуже. Сейчас померяю.